В день 25-летия независимости страны десятки костанайских семей получили жилье. Сегодня им торжественно вручили ключи от квартир. Наталья Строкова наблюдала за церемонией. Эту шестиэтажку сдают по государственной программе инфраструктурного развития Нурлыжол. Квартиры получают медики, педагоги и работники социальной сферы. Примечательно, что строительство в этом микрорайоне Кустаная, который получил название Алтын-Арман, началось несколько лет назад. А сегодня здесь насчитывается десятки многоэтажек. Всего же за последние 5 лет в областном центре появилось 4 новых жилых массива с современной архитектурой и внушительными по квадратуре квартирами. Ну, конечно, об этих квартирах давно мечтали приобрести такие квартиры. Мечта сегодня сбылась. Праздник независимости. Всем мира, блага. Ну и также, чтобы все получали новые вот такие квадратные метры. Мечта о собственном жилье сегодня сбылась для 70 семей. Всего же в областном центре за 25 лет независимости введено в эксплуатацию почти 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Параллельно со сдачей дома в Кустанае проходит и праздничный концерт «Страна, устремленная в будущее». И даже 30-градусный мороз не стал помехой для хорошего настроения жителей областного центра. Наталья Строкова, Эрмек Мухамедьяров, Хабар 24, Кустанай.